Добрый день. В прошлом году в Щелкино случилось реальное нашествие медуз. В отдельные дни даже было тяжело купаться в море. А отдыхающие вытаскивали их на берег, они размером с футбольный мяч, чуть поменьше, выбрасывали, складывали вдоль пляжа. В воде медузу я снял на экшн-камеру в естественной обстановке, они чувствовали себя вольготно. Ну вот такой вот мяч или половина футбольного мяча. Их много, натыкаешься на них, они жалят. И, в общем, было довольно неприятно купаться. Расцвет медуз пришелся на август. Я отошел с центрального пляжа к беседке, думая, что их там нет. Но они там есть. Вот это белое пятна в воде, а это медузы. Говорили, что чуть отойдешь от пляжа, их там где-то нет. Но, ребята, к сожалению, есть они. Везде они были. Расстроившись, я пошел на татарку. Может быть, думаю, там их нет. По пути снимал всякие вот степные травы, которые показались мне интересными. Ну, в жизни все выглядит намного красивее, чем на фотографии. Фотоаппарат, к сожалению, не передает всю эту красоту. Мыльница не передает. В общем, дорога на татарку прошла незаметно. Идешь так, дышишь воздухом чистым. Травы тут благоухают. Все прекрасно. Все замечательно. Ну, думаю, там уж покупаюсь в волю. Но не тут-то было. На татарке картина была еще печальнее, чем на центральном пляже. Вот они дохлым слоем так вдоль моря. Цикл жизни медузы 2 месяца, потом она подыхает, ее выбрасывает на берег. И вот тут они таким толстым киселем лежат. Запах соответствующий, неприятный. Мало кто в этом... Да никто не купался. Вот одни байдарочники, а и там еще вот... На кайтах, а так купающих не было. Пляж пустой на татарке был. Это лето, август 2019 года. Тут вот плакат по пути попался интересный, призывающий людей убирать за собой. Крик души, можно сказать. Лошадиная экскурсия. А вот обратите внимание, на бетонной будке написано, что кто бросил мусор, у того 7 лет не будет денег. Ну, чтобы не бросали мусор. Медузу дохлую, вот она валялась уже долго на пляже, я решил вскрыть, посмотреть, что там внутри, из чего она состоит. Ну, вот такое вот желе толстое, а и там кишки. Вот это синие узоры, синие там оранжевые, которые мы видим поверх купола, это ее кишки. Она ест, вот у нее одно отверстие для еды и для испражнений. Она, в общем-то, рот у нее универсальный, так сказать, орган. И для того, и для другого. Ну, все это впитается. Это была дохлая медуза. Ни одна медуза не пострадала. Она валялась уже долго на пляже. Щупальца ушли в песок. Но не все так печально. Во многие дни их не было. Вот чистенький пляж я снял в другой день. Но вообще купаться было в прошлом году не очень. Я помню, заплывал у моря метров на 500, 600, 700 и ни одной медузы. А тут уже как-то было в прошлом году 100 метров проплывешь, все, они уже стеной стоят. Приходится возвращаться. Вылазишь на берег, выходишь, чертыхаешься, весь обжаленный. И, в общем-то, я надеюсь, что в 2020 году, летом, такого не будет. Я часто и давно езжу в Щелкино, но вот такого нашествия, как в прошлом году, не упомню. Может быть, в этом году его не будет. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание, встретимся в следующих видео.